Γκάλατζιτς έχει χώρο, προτιμά τον Παπουλή. Σε τέτα τέτ γύρισμα καπάντα εις γκολ, όχι. Ο Σίζιτς το δοκάρι. Σε τέτα τέτ γύρισμα καπάντα εις γκολ, όχι. Видите, в арсенале ни с красных игроков не бывает, как он Кейхала убрал-то, блестящая передача! Ну, хорош японец, Венгер всегда был меткий глаз на молодые дарования. Вот через такие матчи мы с одной из таких звезд находимся, на нем краю играет в атаке. Конкурент Аршавина, что Андрей, напоминаю, в «Зениту». Какую-то комбинацию задумывать. Здесь все просто. Скидка подачи на медиудар.